Давно я этот сорт хотел попробовать, да все никак. По-моему, я даже его заказывал, но мне в какой-то момент попался пересорт. Это сорт под названием Cosmic Eclipse. Красавцы висят. Он довольно так томно зреет, не быстро. Плодов тоже у него не супер много, но есть. До верха, кстати, есть. Сильное такое относительно растение. Кругленькие красивые плоды. Такого среднего размера. Сейчас попробуем, как он на вкус. Cosmic Eclipse. Сложный цвет такого темного-темного помидора. Вот здесь особенно у плодоножки прям видно молнии. Так, который покрупнее. 142. Такой средненький. 106. Стандартный, ну вот 100-150, наверное, он так вытянет. Ну и мелочь там, в принципе, не считается, не вытянул он. Сейчас попробуем на вкус, как он, красавчик Cosmic Eclipse. Классический разрез у томата. Такая ровная стеночка, ровные семенные симметричные камеры. Хорошая такая слегка, наверное, сахаристая мякоть, не маслянистая точно. Так, держи тебе кусочек. Держи тебе. Спасибо. Так, и как он на вкус? Cosmic Eclipse. О, какой насыщенный вкус у него. Внутри в соке такая кислинка. Прям пряность зашкаливает. Сладость тоже есть. Кожура такая мягкая, хоть и толстовата. Но она не жесткая, жуется. О, прям интересный помидор. Прям для любителей такой вот томатной супер пряности, наверное. Вообще без соли, просто вот с лучком вот этих вот красавчиков ровных. Не скажу, что он многоплоден в этом плане. Ну, чисто для интереса можно посадить для поиска своих вкусовых каких-то предпочтений. Cosmic Eclipse он такой. Интересный сорт, интересный. Но семена все равно я заготовлю, пусть будет в коллекции. Хороший сорт. За вкус тоже прямо. Угу. Вообще. Да? Угу. Прям по горлу. Эта кислота когда ударит. Ну как, а что ты скажешь? Ну, слишком кисло, слишком кисло. Ну да, вначале прям сок такой кислый. Но сладость тоже есть.